далеко, смотри! Мы поедем туда? Сэмми, ну зачем? Наш цирк лучше. Ну там есть карусели. Заедем, мистер Мендес. Заедем. Ну, пошли. Парни, я пошел к бородатой леди. Кто со мной? Даниэль, подходите. Я знаю все о вашей судьбе. Подходите, дамы и господа. У нас лучшее шоу уродов в городе. Там, внутри. Заходите. Ну же, заходите. У нас лучшее шоу в городе. Подходите, дамы и господа. Там, внутри. Заходите. Лучшее шоу уродов в городе. Вот женщина с умопомрачительным весом. У нее зверский аппетит. Она поедает кур целиком. Смотрите. Человек-картина. Его путешествия по миру нарисованы на каждом дюйме его тела. А сейчас, дамы и господа, соберитесь с духом. Извращение природы. Человек, если его можно так назвать, которому даже Бог повернулся спиной. Смотрите. Недочеловек. Проваливайте. Ты удивительный. Эй, ты что делаешь? Что ты себе позволяешь? Все в порядке. Ничего страшного. Моя вина. Наверное, подошел слишком близко. Да, друг. Приятного вечера. Только попробуй сделать что-нибудь подобное хоть еще раз, урод. Это было здорово. Похоже, ты передумал участвовать в самом грандиозном шоу. А? О чем ты говоришь? А ты не понял? Это был Мендес. Ты плюнул хозяина цирка Баттерфляй. Баттерфляй. Ты тупица, Уилл. Что-то я проголодался. Пойду съем сахарной ваты. Человек, если его можно так назвать, которому даже Бог повернулся спиной. Недочеловек!
Muy bien. Boss. Good morning. Buenos días. Buenos días indeed. Delicious. It's going to be delicious. Yes. Can I have this dance? Thank you so much. Poppy. Ты можешь принести мой чемодан? А то он такой тяжелый. Ты ведь сильный, тебе легко. Да! В машине труп! Что? Ну и ну! Вы только посмотрите! Это же удивительно! Пойдем к огню, тебе надо согреться. Я Сэмми. А тебя как зовут? Я Уилл. А где твои руки? Сэмми? Что, мам? Он теперь тоже будет в нашем цирке? Надеюсь. Погоди минуту. Но у нас нет шоу уродов. В смысле? Оно есть в каждом цирке. Люди приходят и платят, чтобы смотреть на нас. Но почему, Уилл? Но ведь это развлечение. Нет. Нет ничего хорошего в том, что они делают. Смотри, Уилл, мы здесь счастливы. И ты можешь остаться с нами. Но я делаю совсем другое шоу. А теперь величайшее проявление человеческой гибкости. Имею честь представить вам Анна, королева воздуха. Пред вами самый сильный человек на Земле. Мастер летающей трапеции, старейший гимнаст Поппи! Смотрите на площади, всего два дня. Цирк Баттерфляй, всего два дня в городе. Здравствуйте. Мой сын хотел поприветствовать самого сильного человека в городе. Ну, я уверен, что твой отец сильнее, но я иду сразу после него. Вы тоже участвуете в шоу? Нет. Вообще-то нет. Мы, пожалуй, пойдем. Спасибо вам. Па, ты видел? Однажды я сам стану таким же, как он. Самым сильным человеком в мире. Ведь стоит только захотеть. Да, сынок. Так оно и будет. Thank you.
Дамы и господа, мальчики и девочки, весь мир ждет от нас маленького чуда. Великолепно, не так ли? Как они двигаются. Они полны энергии, света и грации. Они поразительны. А ты? Проклятый с самого рождения. Человек, если тебя так можно назвать. Которому сам Бог повернулся спиной. Хватит! Почему ты мне это говоришь? Потому что ты сам веришь в это. Но посмотри, из чего рождается красота. Меня это не интересует. Пошла вон! Вали! Проваливай отсюда, куколка. Вот тебе на дорогу. Но я не такой. Да. Значит, у тебя есть преимущество. Чем сложнее борьба, тем значительнее победа. Я не могу найти мою гусеницу. Где она? Вот же она. В коконе. Видишь? Все хорошо. Скоро ты ее не узнаешь. Эй! Эй, Джордж! Поппи! Помогите перейти! Вы меня слышите? Эй, Джордж! Помоги! Эй, ты куда? Что с тобой? Ты просто оставишь меня здесь? Ты справишься сам. Что? По-твоему, я сейчас просто взлечу, да?
Так, а где Уилл? Эй, Уилл упал в воду! Смотрите, я могу плавать! Смотрите, я плаваю! Этим вечером вы увидите храбреца, бросающего вызов смерти с высоты 50 футов. Он прыгнет в эту бочку с водой. Спасибо. Вау, мистер, как вы это делаете? Вам не было страшно? Там ведь так высоко. Дорогой, ты тоже все сможешь. Вам не было больно? Все возможно, Сэмми.